Добрый день! Вы на канале «Просто про бизнес». Да, мы тоже по вам соскучились. И поэтому сегодня приготовили особенно интересную тему. Научим вас встраивать целую диаграмму в ячейки таблицы. То есть вы сможете работать с заказами или клиентами, и параллельно сразу же будет возможность анализировать, с насколько важным клиентом вы сейчас работаете. Обратите внимание на колонку «Купил на сумму». Именно эта колонка показывает, до чего ценный перед вами покупатель. Изначально непонятно, потратил ли он больше других или меньше, ведь количество клиентов может исчисляться тысячами, и сравнивать вручную бессмысленно. А если встроить диаграмму, тогда сразу же будет видно, кто и что из себя представляет. Линии диаграммы могут быть направлены не только направо, но и налево. А красный цвет будет символизировать отрицательное значение. Таким образом, вы можете выделять возвраты среди продаж или должников среди клиентов. Применяйте современные методы визуализации информации и на своих задачах. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы в следующих выпусках узнать про другие способы обеспечить себе более эффективную работу. До новых встреч!